Друзья, для всех, кто любит поэзию, сегодня читаем стихотворение Саши Нестеровой. Играла скрипка, для глухих играла. Кому-то в голову пришла идея устроить праздник вроде карнавала и слабослышащих позвать людей. Скрипач все знал. О, да, он мог фальшивить, мог даже не касаться струн смычком. Но он сыграл в глухом, беззвучном мире, как не играл до этого никто. Им пела скрипка о любви и чуде, грустила нежно о большом и сложном, поплакала о том, чего не будет, утешила, что в жизни все возможно. Скрипач закончил, в зале все поднялись. Он оглушительней овации не знал. Глухие люди скрипкой наслаждались, с его лица читая то, что он играл. Спасибо вам за внимание. До следующих встреч.